Чтобы навести порядок в дорожном движении и обезопасить шымкентских пешеходов, властями города было принято решение перенести некоторые автобусные остановки. Одна из первых современного дизайна появилась на проспекте Таукихана у Спартака. Вот только инициаторы переноса, по всей видимости, забыли, ну или просто не успели убрать старую остановку. Тем самым ввели в заблуждение горожан. Вы знаете, что остановка эта старая, автобусы здесь не останавливаются. Новая расположена немного дальше. Я даже и не знала, что новая остановка дальше находится. Тут автобусы не останавливаются. Нет, я не знала. Ой, мне тогда нужно бежать. Узнав о новшествах, пассажиры общественного транспорта, сломя голову, бегут к новой остановке. Ну а чиновники заявляют, что все старые автобусные остановки будут демонтированы и установлены в новых местах. В Шымкенте насчитывается 1129 автобусных остановок. Мы сейчас приступили к замене старых автобусных остановок. Всего планируем по городу установить 50 новых автобусных остановок. На эти цели было выделено 83 миллиона тенге. Правда, новые павильоны понравились далеко не всем горожанам. Что же касается старых, то после демонтажа их установят в отдаленных районах города. Бахрум Абдуллаев, Ербол Махашев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».